Приветствую вас. Мне бы хотелось узнать у вас, как вы пришли к этой идее, что есть какой-то секрет. То есть как вы сами догадались, что вообще есть какой-то секрет. Ну, то есть, с чего вы решили, что вообще какой-то секрет есть? Это первое. Ведь ваш муж, он, ну, типа, он же и был таким пассивным, я так понимаю, или он стал, пришел в результате какого-то своего пути, каких-то своих изменений. Вот почему должен быть какой-то секрет, который позволяет человеку меняться. Мне кажется, здесь у вас есть некое такое нереалистичное восприятие мира. Желание избежать неких таких больных, острых, болезненных, уязвимых для себя тем. Вот. И отказ проживать опыт глубоких, близких отношений, искренних отношений, каких, мне кажется, у вас с мужем нет. И я решил так, потому что вы называете его именно пассивным мужем. Не человек, не личность, не социальный индивид, не мужчина даже, а муж, пассивный муж. То, как вы его видите. А что вы сейчас хотите? Вы хотите его поменять. Ну, как бы нужно понимать, что отношения — это система, и что вы внесли определенный вклад в то, что муж ваш такой. В частности, вы выбрали такого человека. А значит, если он пассивный, то активно вы. Зачастую активный партнер занимает родительскую позицию по отношению к пассивному. Соответственно, вы ведете себя как родитель с своим мужем, и муж начинает вести себя как ребенок. Вы ведете себя более активно, муж начинает вести себя более пассивно. Соответственно, чтобы муж изменился, вам необходимо изменить свое поведение. При условии, что вы можете это сделать. Ну, я думаю, что если бы вы не могли этого сделать, вы бы, скорее всего, не обратились бы на наш сайт. Следующий важный момент заключается в том, для чего вам, чтобы муж был более активным. Ну, лично вам для чего, какую свою проблему вы пытаетесь решить. Свои желания нужно научиться понимать. Понимать максимально чисто, максимально неискаженно, вот, максимально в отрыве от внешних форм, ну, от внешних форм выражения этих желаний, вот, потому что довольно легко переключиться на форму на форму этих желаний, вот. Уходя от самих самих потребностей, вот, и не выражая их, а выражая что-то другое, вот. Ну, например, допустим, сделай мне чай, к примеру, и я хочу пить это, вот, немножко разные вещи. Ну, или мне хочется чего-нибудь вкусного, например. Одна активность предполагает пассивно, другого — это сделай мне чай. Потому что хочется защищаться, хочется только отражать. А вторая активность, я хочу там пить или чего-нибудь вкусного. Это больше про, передачу партнеру инициативу. То есть, ну, чтобы он что-то предложил. Перемены
начинается с вас, а не начинается с другого человека, потому что другому человеку нужно задать мотив, то есть, ну, для чего человеку меняться. Вот вы, к сожалению, не назвали, ну, причин, зачем человеку меняться, да? Вот. Соответственно, с этого вам нужно начинать, на мой взгляд. И уже дальше, значит, ну, исходить из этого. Только так и никак иначе. Никак по-другому. Вот. Понимаете, что я имею в виду, надеюсь. Дальше. После того, как вы начнете меняться, вот, меняться будет и ваш муж потихонечку. Вот. А вот, в принципе, то, что я могу вам ответить с точки зрения психологии и психотерапии. Чем больше вы будете давать возможность человеку проявить инициативу какую-то, тем лучше будет для него. Больше вы будете требовать от него, вот, тем значит, сложнее вам будет добиться от него какой-то активности, условно говоря. Ну, условно говоря, опять же. То есть это такая вот история здесь, в данном случае, довольно банальная, к сожалению. Вот. Вот, в принципе, опять же, стоит учитывать, что мужчина может не хотеть меняться, вот, просто, то есть, ну, мужчина может, его действительно может все устраивать, ему действительно может все нравиться. Вот. И это нужно, ну, на мой взгляд, учитывать. Если вы не будете учитывать, что человек, вероятно, не хочет меняться, да, вообще. Ну, то есть, если человек, ну, вообще не хочет ничего делать. Если, как вы говорите, его все устраивает. Вот. То,
Вряд ли это можно поменять. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ну, без его на то, ну, без его на то желания, понимаете, да? Вот. Что я пытался вам сказать. Вот. Вот такой ответ я могу вам дать сейчас. С точки зрения психотерапии. Вот. С точки зрения, опыта работы и с точки зрения своего подхода. Надеюсь, что помог вам. Не забывайте, что ваш, ну, что ваша активность, именно ваша активность, поспособствовала тому, что человек в том числе стал таким, или вы просто раскрыли его. Вот. Ну, то есть вот просто раскрыли то, какой он изначально был. Вот. То есть как бы это важно. Вот это соответственно вы вы можете только вы можете что-то изменить. Ну, вам это будет делать проще. Вот. А искать секрет, значит, верить в, ну, знаете, такую своего рода пилюлю. Вот. Ну, то есть, да, то есть, все будет максимально быстро и просто. Нет. Быстро и просто не будет. Быстро и просто не бывает. Вот. Такой вот ответ я хотел вам дать. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Надеюсь, что вы для себя извлечете обязательно что-то интересное, что-то новое. Вот. И, надеюсь на вашу обратную связь, которая, как можно надеяться, послужит началом вашей работы над собой.